В лицее номер один состоялся традиционный бал. Каждый год его организуют на различные историко-культурные и духовные темы. На этот раз бал был приурочен ко Дню Матери и носил символическое название «Я целую руки твоей мамы». В нашей жизни так редко происходит что-то необычное, но иногда так хочется попасть в сказку. У педагогов и учащихся лицея номер один была такая возможность. Бальные платья, музыка и танцы – все это создало атмосферу настоящего бала. Его участниками стали старшеклассники – чтецы, актеры, танцоры, музыканты и певцы. Для многих в этом году участие в школьном мероприятии стало дебютным. Для меня это очень знаменательно. Сегодняшний лицейский бал, он приурочен ко Дню Матери. И каждый вложил частичку себя. Учащиеся гордятся тем, что у них есть возможность окунуться в эпоху 19 века, стать участниками бала. Мероприятие прошло в формате литературно-музыкальной композиции. Павел Медведь уже во второй раз участвует в лицейском балу. Этот бал – это традиция наша, это визитная карточка нашего лицея. Также этот бал совмещен с Днем Матери. А мама – это самое святое, что у нас есть, и это очень знаменательное для нас событие. 2 года назад лицейский бал был посвящен 700-летию преподобного Сергея Радонежского. В прошлом году русской литературе и назывался «Бал литературных героев». Как говорит директор лицея номер один Любовь Белик, тематика для бала всегда разная, но объединяет их одно – высокая нота патриотизма и духовности, которая прослеживается в выступлениях ребят. Балы, которые мы проводим, они уже традиционные для нашего образовательного учреждения. Они проводятся каждый год уже на протяжении почти 15 лет. И они уже, наверное, стали даже визитной карточкой нашего лицея, потому что в их подготовке и проведении задействованы десятки детей. И мы стараемся сделать их очень разнообразными по содержанию. Девушки в изысканных и красивых платьях, юноши в костюмах и фраках читали стихи и прозу, пели и танцевали. В зале царила атмосфера тепла и доброты. Выступая, ребята пытались отразить, что в жизни каждого из нас самый главный человек – это мама. Именно она дает начало новой жизни, окружает добротой, нежностью и заботой, ведет малышей по длинной дороге взросления, поддерживая, наставляя на верный путь и оберегая от бед. В зале горели свечи, а на экране во время выступлений ребят мелькали детские фотографии участников бала с мамами, которые сидели в зале. В трудный час молитва я с тобой. Дай Бог силы сыну и терпения. Бал – это торжество необыкновенное, ни с чем не сравнимое. От него веет волшебством и красивой сказкой. Какой теме будет посвящен следующий лицейский бал, пока неизвестно. Но уже сейчас можно сказать с уверенностью, что он будет таким же проникновенным, трогательным и эмоциональным. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, программа «События».